Ты же у нас. Сделаю, сейчас будешь. Ты же у нас продюсер по. По кадру. А вот, ну короче, это жарковье с мясом, картошка, ребятки. Так что так. Всем хорошего настроения. Всем кайфа, счастья, балдежа. Да сейчас еще готовится. А уже готово. Ну, хоть покажи, как я танцую. Да. А, ты что это делал? Ну, правильно. Так. Другой танец тогда хоть станцуем с тобой. Точно можно поворачивать? Так, да не снизу, в принципе, а сверху набрать. Когда мы готовим, мы танцуем, мы танцуем. Когда мы готовим, мы танцуем, мы танцуем. Мы танцуем, мы танцуем, когда готовим. Да, да, да. Кстати, кофта вот эта мне нравится, в Питере в ней был. Да. И штаны-то где были? Не знаю. Хочешь мясо попробовать? Сейчас, ну давай. Высота нормальная, в принципе. Давай ты попробуешь, мясо сготовилось или нет. Картошка уже готова. Картошка уже готова. Ну, вот о, горячий, давай в блюдце. Да, маленькое блюдечко. И давай. На вилку, блин. На вилку давай. Вот как раз протыкай, видите? Так, главное, чтобы... Мне надо будет как протыкать, но вилка вниз поедет, давай, ложка, давай, ложка. Я держу, тыкни, тыкай, тыкай, я держу. Не бойся, тыкай. Ну да. Ну все, проварилось. Или еще не совсем мягкое? 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 Это более тушеная картошка. Да, с бульоном. Ну как плов готовится так-то, ребятки. Только вместо риса картошка. Даже помягче, чем на ребра. Помягче, да? Значит, готово. Сейчас еще оставим, ну хотя бы минуты-три. Ужин. Жарковье. Ужин жарковье с картошкой. Ну вот, ребята, дамы и господа. Мы балдеем, мы кайфуем, да-да-да. И там эти пацаны сказали, о, легенда. Ну. Вот, а вы говорите. Да, я видела. Ну так вот, ребятки, нас называют легендами. Мы когда ездили в Альтаир, когда в Альтаир мы ездили, там, короче, ребята встретились, они сказали, о, легенда. Кстати, во вторых парке там только один нас узнал. А остальные спрашивают, кто, кто. А ты знаешь, что вот парни, которые молодые, ну вот... Они более понимают? Да. Они более поддерживают всякие. Балдеем и кайфуем, жарковье. Да, расланочку накладываем. Ну, блин, как без камеры-то, да? Угу. С бульоном. Ага, на одну чашку бульона, на вторую что? На вторую, ну, добавки я тебе подложу, если захочешь. О. Кстати, Серега, это, если смотришь нас, этот, диджей Максимов, угу. Все, не переживай, Катюша вина в села. Да, Катя? Да. Уже все выпили. Все уже выпили. Выпили. Да ладно, шучу. И картошка, и мясо, и морковка. Вот тебе. Сделай когда-нибудь жаркое на вине, пожалуйста. На вине? Снимем видео чисто отдельно. Снимем большое видео, короче. Чисто жареное мясо. Угу. Чисто жарение. Телячьего мяса на вине. Можно. Русланчик, ты гурман. Чисто сковородка. А, и, кстати, это на стали я делала. Круто. Кстати, сколько я весом стал? Сейчас я скажу, приду. Я вообще от сала пополняла. Это я делала на стали. Как я не пополнял? 105-200. Я даже отстала, что бутер ел. Вот видишь, ты похудел. Я пончиков больше полню. Ну так вот. Ну все, ребятки, приготовь. А как сейчас буду я снимать? Давай, у тебя видно будет верхушка. Это видно нормально. Петрушка. А вот так, если только. Нормально все тут. Сейчас я оценю, короче, картошку и бульон. Бульон очень вкусный должен быть. Думаешь, у тебя грудь видно? Скорее всего. Нормально. Точно? Угу. Ну смотри. Дуйку возьму. Угу.
буду называть. Ой, все, ребятки. Просто я не знаю, как зацепить ложкой кадр. Ложка идет. Так что всем хорошего настроения. Сегодня будем жарковье есть. Ну ладно, жаркое. Как-то сядь подальше. Я его поближе тогда. У него объектив, если что, он очень далеко берет. Все, тогда вот так. Ну так вот. Представь, этот штатив стоит 10 тысяч. Не зря тогда взяли. И даже Кузьма Никита Гридин, он же сказал, вот тебе штатив надо, сейчас даже не хочет общаться. А, вот это вот сало. Так вот. Это как суп. Ну, типа, не суп, знаешь. А более это... похоже на тушеную картошку. Ну да, с мясом. О, мне вот прикольнуло, мы вчера с Катюшей смотрели. И с перцем чили. Мы смотрели вчера капустного мальчика. Ну. Надо поодеться. Нормально. Прямо дегустировать. Нормально, нормально. Может, какой нагрудник? Я знаю, как его надо. Нормально. Вот эту кофту и вот так поверху, да. Капустный мальчик. Думаешь, куда-нибудь закинуть эти старые видео? Телеграм. Я специально мясо разрезала вот на такие кусочки, чтобы его можно было взять и за один раз съесть. На маленькие кусочки, видишь? Да, это, кстати, прилично, не маленькие. Мне кажется, эти видео стоят того, чтобы посмотреть. Такие приколы были. Было же. Давай историю порасскажу. Давай. Вот, все горячо. Я ученик Чулыма. Я отдельно хотел видео заснять. Но это потом следующее видео будет ученик Чулыма. Почему? Потому что если бы мы не поехали в Чулым, я бы не стал блогером. Угу. Потому что после Чулыма, в принципе, ну, как бы судьба, она идет. Помаленьку, если нет одного момента, то может быть и не быть десятого момента, и никакого другого. Значит, ученик Чулыма стал блогером благодаря Чулыму. Угу. Вот так вот. Так вот, это следующее видео. Так вот. Горячий. Горячий. А это большая картошка, маленькая есть? Вот маленькая. Вот, кстати, чем камера? Здесь представь, два стабилизатора. Сейчас скажу, как она называется. Вот эта штука. Не забыл. Эх, забыл, как она называется. Функция, которая... Короче, поедем. Это, короче, рулька. Мы брали мясо рульком. Говяжья. Свинину я не стала брать. У тебя что, проблема со свининой? Ну, чисто говядина мясо. И оно мягче, кстати, ночью на ребрах-то было. О, а ты видела то, что вот эта нарезка огромная про начало Великой Дружбы, она была 12 тысяч, кажется. Уже ну, более-менее набирает. Знаешь, люди смотрят. Угу. Следующую хочу сделать про всех знаменитостей. Угу. А я буду еще сегодня язык есть. Вот так вот. Стабилизация называется. А, ну да, стабилизация. Здесь две стабилизации. В этой камере.
Мы живем в Кокасе, в Бакаве. Хлеб лишний, я так хлеб наел. Итак, ребята. О, смотрите следующее видео. Следующее видео будет ученик Чулына. Я как раз здесь буду рассказывать.